Первую сессию провел новый молодежный парламент 6-го созыва на Камчатке. Председатель Заксобрания региона Ирина Унтилова поздравила молодых коллег с началом работы. В состав молодежного парламента вошли 30 человек. Представители от политических партий, общественных организаций, учебных заведений и местных молодежных парламентских структур. Очень приятно, что завершен серьезный очень этап выбора молодежного парламента Камчатского края, что вы вошли в его состав, достойно представив и позиционировав себя, свой жизненный опыт, свое желание работать. И наша задача с вами сегодня избрать председателя, утвердить структуру, избрать заместителей и вам определиться с направлениями, которые вы хотите реализовывать в составе молодежного парламента. Ирина Унтилова вручила коллегам депутатские удостоверения и пожелала успехов. Она отметила, что депутаты Заксобрания готовы поделиться своим опытом. В числе важных задач для молодых парламентариев Ирина Унтилова назвала участие в общественном диалоге, подчеркнув, что можно вынести обсуждение актуальных проблем на общественные площадки, подключить к поиску решений коллег по Дальнему Востоку, а затем предложить свои идеи на федеральном уровне. В ходе первой сессии также избрали председателя молодежного парламента. Им стала Елизавета Югай, которая до этого входила в составы 4-го и 5-го созывов. У нас действительно большие планы на ближайший год. Самое масштабное мероприятие, которое мы хотим реализовать, это провести в Камчатском крае молодежный парламентский форум субъектов Дальнего Востока, пригласить к нам коллег. Также мы сейчас уже активно продолжаем работу по законодательным инициативам. Одна инициатива у нас уже находится на проработке в Государственной Думе. Поэтому планов очень много. Я думаю, что с новой командой эффективной очень много вошло ребят, действительно таких активистов нашего края, лидеров общественных мнений. Поэтому я думаю, что мы сможем построить достаточно эффективную работу на благо нашего региона и также достойно представлять наш регион на федеральном уровне. Первым заместителем председателя избран Владимир Штиф, заместителем Ольга Соколова. По аналогии со структурой Заксобрания утвердили 5 комитетов. По социальной политике, по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности, по строительству, транспорту, энергетике, вопросам ЖКХ, по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, а также по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений. Самое первое, сейчас мы как раз займемся разработкой предложений по внесению изменений в федеральный закон о молодежной политике, поскольку он еще достаточно рамочный, то есть февраль-март, мы будем очень плодотворно заниматься этими вопросами. Продолжим заниматься вопросами поддержки волонтерского корпуса. Да, ребята у нас сейчас активно работают с новой волной ковида. Ну, то есть более 56 мероприятий у нас пока планируется на этот год. Состав молодежного парламента 6-го созыва утвержден 26 января президиумом Заксобрания края. Срок его полномочий составляет 3 года.